Юля. Юля? Да. А, ты любишь кашу? Ну, я очень редко. Очень редко. А вот ты, на тебе пиджак сегодняшний, может, почему? Потому что мне очень понравился этот пиджак, он выглядит уникально и необычно. Мне очень нравится такой стиль. И а это... Я работаю в бьюти-индустрии, я наращиваю бьюти-индустрии. Да. А куда мне смотреть? Что ты делаешь в бьюти-индустрии? Я наращиваю ресницы, волосы. Да, поэтому мне очень интересно, как бы сфера красоты, и одна из моих клиентов пригласила меня на это шоу. Алина, да, да. А что ты можешь хорошего сказать про Алину? Она у меня была каждый раз в показах фото, и все шоу было. Алина, во-первых, очень открытый человек, она очень... ей очень нравится это все фэшн-шоу, она заинтересована в моде, в людях, в красоте, она очень хорошо разбирается, и открытая, легкая, она знает всех красивых тусовки. Волосы и мейкап. Как изменились за последнее время, вот после пандемии? Что появилось нового в области наращивания ресниц, волос? Да, за время пандемии очень многое изменилось, потому что люди начали ценить более натуральный лук. В это включается также сегодняшний показ. Насколько я знаю, что эта коллекция создана из натуральных продуктов. Да, поэтому также интересно. Это связано, я так поняла, со всем вместе. Касается также... Люди сейчас начали делать больше зум-митингов всяких. И приходится... многие боятся идти к мейкап-артисту, клеить ресницы самостоятельно. Есть ли какие-то изменения, вот как люди стали относиться к волосам и так далее? Красота всегда нужна. Женщины даже в пандемию пытались сделать аппойнтмент, пытались прийти, навести красоту. Поэтому я думаю, что красота вне всяких пандемий, вне всяких, да. Сейчас хорошее время сказать твой инстаграм. Какой у тебя инстаграм? У меня есть два инстаграма. Это рабочий, Sunshine Jasmine. Это мой личный Sunshine Jasmine и также рабочий Pro Lashes. А ты из Казахстана? Да. Guys, follow her. She might have some cool pictures there. Yeah.